посвящен. Ну и как всегда, две прекрасные Елены. Елена Спиридович, ведущая телевидения Беларуси. Елена Ромина, ведущая телевидения Украины, и не одна. Ну и, конечно же, наш с Леной неизменный, галантный рыцарь, ведущий телевидения России Владимир Бедин. И возле Кремлевской стены, как я вас вспоминаю, леса Белоруссии, с голосами чудесных соседей певцов, и костра колыханья на снежном Эльбрусе, раздолье днепровских моих вечеров. Как я вас вспоминаю, седые Карпаты, по камням Алатау вхожу в облака, к прибалтийским причалам плыву, как когда-то, будто слышу, зовут меня издалека. Югославские ритмы, напевы Болгарии, Македонии песни, пусть славит мой стих. И на древней земле белорусской, как ранее, мы приветствуем наших друзей дорогих. Все я вспоминаю, друзья побратимы, с вами путь мы прошли и пройдем с вами вновь. Новый день! Укрепляйся могучее и зримо в каждом сердце, где песни, огонь и любовь. А сейчас, дорогие друзья, в первые минуты нашего праздника мы имеем честь предоставить слово человеку, который очень многое сделал для того, чтобы все мы встречались на этой древней и гостеприимной витебской земле, чтобы Славянский базар, город Витебск, Республика Беларусь стали символом единения, укрепления дружбы между славянскими народами. Встречайте, президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Уважаемые участники и гости 6-го международного фестиваля искусств «Славянский базар», дорогие друзья, дорогие жители прекрасные, пусть праздники искусств, а не социальные бури и конфликты выплескиваются на улицы городов. Народам мира и уж тем более славянским народам нужно искать то, что их объединяет, а не то, что провоцирует вражду и конфликты. У нас в государстве царят мир, спокойствие и взаимопонимание между народами. Thank you.
счастливых наших лет. Накинь на плечи свитерок, пусть дует ветерок, и я жду тебя в саду под вечер. Советского Союза. Как ангелы. И вот сюда приходит стая колючая хвилина, коли наш город снова отрывает свой герб. Именно талант вдохновляет, как вдохновлял он Заира Исааковича на создание своих замечательных работ. За свою творческую жизнь... Thank you.
Да можно лучше купить там паспорт. Куда? Пошли там шум. Мэтой с кем-нибудь познакомиться. А коли трапит добрый человек, возьму его по себе в гости. Ведь не великая моя господарка. Тяжко я его отнимать. Я думаю, это не так.